Всех беременных женщин Карагандинской области планируют охватить новым уникальным медицинским сервисом дистанционный дородовой патронаж с функцией СОС. Проект запущен осенью прошлого года в Караганде и Темиртау. На сегодня уже 3000 женщин ощутили на себе преимущество использования мобильного приложения «Моя беременность». Среди тех, кто по достоинству оценил уже мобильное приложение, Ангелина Вельгина. Она отмечает, что в приложении имеется вся информация вплоть до необходимых процедур и рекомендуемых продуктов питания. И вот, допустим, когда я хочу посмотреть, как мой ребенок развивается на моем, допустим, сроке, там есть календарь, там показано, как бы, как он выглядит на этом сроке, как, что у него в это время развивается. То есть все описано, что как он, происходит у него развитие в это время. Как бы, ну, очень много полезной информации. Но самое главное достоинство приложения – это функция СОС. Как-то такой был случай, что мне стало плохо. Там нужно нажимать, чтобы вызвать скорую, цифры. Там просто одну кнопку нажал, СОС, и все, в течение 10 минут приезжает скорая. То есть оказывает первую помощь. Впервые мобильное приложение было запущено осенью прошлого года. Вторая поликлиника Караганды стала одним из первых учреждений, где внедрили дистанционный дородовой патронаж с функцией СОС. Сегодня здесь наблюдается более 400 беременных женщин. Медики отмечают, что главная особенность приложения – это возможность постоянно находиться на связи с пациентками. Беременная находится со своим врачом-гинекологом в постоянном онлайн-режиме, то есть она задает вопросы, интересующие ее, какие-то жалобы беспокоят беременную. И в течение всего рабочего дня врачи отвечают беременным, то есть беременная получает квалифицированный ответ. Стоит отметить, что это первый подобный проект в Казахстане. До недавнего времени он действовал только в поликлиниках Караганды и Темиртау. Но с февраля сервис стал доступным всем беременным Карагандинской области. Областное управление здравоохранения реализует проект в рамках реализации государственной программы «Денсаулык». Сервис разработан казахстанской компанией и является стопроцентным казахстанским продуктом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Караганды.